Дмитрий Фирташ остается в Вене. Сегодня Высший земельный суд Вены рассмотрел апелляцию Минюста США на вердикт земельного суда, который 30 апреля 2015 года отказал в экстрадиции украинского бизнесмена, назвав преследование политически мотивированным. Сегодня суд высшей инстанции рассматривал дело не по существу, а решал, возможно ли экстрадиция. Его вердикт – выдача юридически допустима, но это не свидетельствует о признании вины Фирташа, и это не окончательное решение. Последнее слово о возможности экстрадиции за министром юстиции Австрии. Сроки пока неизвестны. Что вы можете сказать по поводу решения суда? Ничего, 1-1. Что значит 1-1? Будем бороться.